Мама, у меня наконец-то появился выбор. Дочка, я очень рада. Сегодня определяете? Да, у нас определение сегодня в школе. Отлично, я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Слушай, а кто такой суккуб? Никогда не смей выбирать его, поняла? Поняла, но почему? Потом узнаешь, сейчас иди на распределение. Ну ладно, я пошла. Странно, что мама так отреагировала, когда я спросила про него. Надо забить в гугле и посмотреть. Что? Теперь я понимаю, почему она так была против. Доброе утро, студенты. Доброе утро, миссис Фрэнсис. Все, кому есть 16, пройдите на распределение. Какие вы сегодня красивые ребята. Блин, мне кажется, эта очередь никогда не закончится. Настя, Настя. А, что? Ты чего такая грустная? Алло? Най, мне почему-то очень страшно. Чего тебе страшно? Не знаю, вдруг что-то пойдет не так. Настя, это мы делаем выбор, а не нас выбирают. Почему ты этого боишься? Мне бы твое спокойствие. Не знаю, я спокойна. Я готова сделать свой выбор. Протягивай руку, мы возьмем анализ. Зачем протягивать руку и брать анализ? Чтобы определить, какой расе ты подходишь. Ты думала, ты сама будешь выбирать? Я действительно думаю, что это мы сами выбираем. Все решает ДНК, а не вы, Наиса. Давай свою руку уже. Все, отлично, жди в коридоре 15 минут. Вас скоро позовут. Эй, Ная, чем занимаешься? Да, расписываю преимущества каждого выбора. Эй, Найка, а что будет, если ты будешь суккубом? Глаз тебе выткну. Понял, принял, ушел. Наиса Бельская. Да, это я. Взять ее под стражу.